محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь — это сохбет, и в собрании заключено благо. В священном Коране Аллах Аззаваджалла указывает на высокий ранг нашего святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он говорит о его высоком положении и о том, что он, да благословит его Аллах и приветствует, был ниспослан людям как милость. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах не стал наказывать их, пока ты находился среди них, и Аллах не стал подвергать их мучениям, пока они молили о прощении. Аллах говорит, что Он не посылает наказание тому народу, где находится пророк, мир ему и благословение Аллаха. Нет наказания и для тех, кто просит прощения. Те, кто не просит прощения, или те, кто не верит в святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сами ставят себя в тяжелое положение. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан к людям как свет и милость. Так говорит Аллах Аззаваджалла. Люди, которые верят в это, они уже преуспели и находятся в выигрыше, а те, кто не верят, позже пожалеют об этом, когда их сожаления будут уже бесполезны и не принесут им никакой пользы. Тот, кто сожалеет, пока он находится в этом мире, кто любит святого пророка и чтит его, счастливый человек. Он многое уже приобрел для себя. В противном случае человек многое теряет, так и не поняв, зачем он пришел в этот мир и почему уходит. Мы здесь, на Кипре, машаллах, это земля казино. Да защитит нас Аллах. Пусть Аллах убережет людей от этого несчастья. Эти люди привозят деньги мешками, и казино высылают за ними такси и автомобили. Они привозят их сюда и отправляют обратно. Они отправляют их чистыми. Мирская ситуация такова. Те, кто не верит, окажутся в такой же ситуации в ахирате. Да защитит нас Аллах. Вы можете спастись здесь, но там не будет спасения. Пусть Аллах даст понимание людям, чтобы они увидели Его милости, чтобы они увидели щедрость Аллаха Аззаваджалла, как много Он даровал человечеству, но люди не ценят этих милостей и даров, они неблагодарны. Точно так же, как вам не нравится, когда вы оказываете кому-то услугу, а он этого не ценит, Аллаху Аззаваджалла это тоже не нравится. Это если бы вы угостили кого-нибудь тем, в чем сами нуждаетесь, и стали ждать от этого человека благодарности. Аллах же дает людям и ничего не просит взамен. Он говорит: «Просто войди я в мой рай. Все для тебя». Но они говорят: «Мы этого не хотим. Мы хотим в ад. Там есть вещи поинтереснее». Иногда они так шутят. В ахирате они пожалеют о своих шутках. Аллах знает. Да защитит нас Аллах. Пусть Аллах даст разум и понимание людям. Пусть они встанут на правильный путь, на путь нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть они обретут его прекрасные милости, его прекрасную доброту.
Есть люди, которые говорят, что они мусульмане, но не почитают святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Шайтан обманул их. Если вы будете это делать, вы приобщите Аллаху сотоварищей и выйдете из религии. Таким образом, они обманывают людей. Конечно, человек, который говорит «Ля Илаха Илаллах», будет спасен в Ахирате, но он будет спасен с большим сожалением. Пусть Аллах защитит нас. Для нас большая честь любить и почитать нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Чем больше вы почитаете его, тем больше вы возвышаетесь. Потому что, когда вы посылаете салават нашему святому пророку, он, да благословит его Аллах и приветствует, отвечает вам на него, и Аллах Аззаваджалла записывает вам десятикратную награду за каждый салават. Поэтому, чтобы иметь это, будьте с праведными людьми, иншаллах. Для этого и нужен тарикат, он указывает путь. Он показывает красоту нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Да сделает нас Аллах стойкими на этом пути, иншааллах.